Памятник Владимиру Ильичу Ленину находится на центральной магистрали Мурманска одноименном проспекте. Он был возведен в 1957 году. Именно в то время проспект, названный в честь Сталина, получил название «Проспект Ленина». Автором проекта выступил известный советский скульптор Николай Васильевич Томский. Сотрудничал с ним архитектор Сизиков. Ленин изображен в традиционной позе. Его левая рука держит лацкан пиджака, правая рука опущена вниз. В ней зажата кепка. Взгляд вождя устремлен вперед. Открытие памятника состоялось 3 ноября 1957 года. Оно было приурочено к 40-й годовщине Октябрьской революции. Тысячи людей пришли на церемонию. На широкой площадке около памятника дежурил почетный караул. Когда-то здесь проходили разного рода официальные события. Но с 1991 года здесь больше не проводятся мероприятия.